Здравствуйте, друзья! Очень рада нашей новой встрече. И сегодня мне почему-то захотелось печеньки с зернышками, с злаками зернового печенья. Это, наверное, не просто так, вот организму захотелось чего-то. Мы уже сами знаем, что насколько умный, насколько предусмотрительный наш организм. Никто не смог его не заменить. Ни один искусственный орган не работает так, как настоящий. Это факт. И поэтому, если захотелось, то надо делать и надо кушать. Наверное, что-то нужно. Вот. И вот сегодня я вот приготовила семечки подсолнечника, тыквенные семечки, кунжут. И все это хочу сделать с печеньем. Печенье будет довольно-таки диетическое. Яйцо, даже яйца не будет. Это яйцо для того, чтобы смазать сверху, чтобы прилепить туда семечки. Печенье я буду готовить. Вот мука у меня пшеничная и крахмал. Крахмал кукурузный. Ну, это для того, чтобы печенье было более хрустящее. Я вот приготовила 100 грамм горячей воды. Масло сливочное и масло растительное в равных пропорциях. Ну, все компоненты я напишу под видео. И сейчас начинаю готовить. Смешиваем горячую воду, соль, сахар растворяем. И если вы хотите, чтобы оно было более соленое, соли можно там чайную ложку. Но я хочу, чтобы было и в то же время немножко сладенькое. И добавляю растительное масло и сливочное масло. И все это вымешиваю. Разрыхлителя чайную ложечку я добавляю в муку и добавляю все это в уже растворившееся масло, сахар, соль и водичка. Муку мы регулируем количество, чтобы тесто было мягкое, но в то же время не прилипало к рукам. Сейчас посмотрим. Вот тесто, посмотрите, мягкое, в то же время уже не липнет к рукам. Сейчас я его раскатаю. Довольно тонко. Ну, я хочу, чтобы это были тоненькие печенюшки. А вот я раскатала свое тесто. Раскатала прямо сразу на листе, на пергаментном, чтобы как можно тоньше его сделать. И сейчас духовку тоже уже включила. И сейчас буду смазывать яйцом. Сейчас я его разобью, немножко размешаю, смажу яйцом и посыплю семечками. Высыпаем семечки. Вот я хочу сказать, в этом одном маленьком семечке сколько полезных витаминов. Если почитать и посмотреть, просто диву даешься, как это может быть и насколько это нужно нам. Вот я уже разрезала свои печенюшки и сейчас буду ставить запекаться. Вот только проконтролирую количество семечек на каждом квадратике. Где-то что-то может быть добавить. Это мы можем отрегулировать. Так у нас в принципе похоже на магазинное печенье. Но мы знаем, что мы туда положили. Натуральное масло, натуральное растительное масло. И вот отрегулируем еще количество семечек, сколько хотим, чтобы побольше было. И ставим запекать. Вот, посмотрите, как у меня получилось печенье. Зажаристое, очень вкусное, хрустящее. С большим, довольно-таки тоненькое, с большим количеством. Такое, вот видите оно. Для тех, кто любит похрустеть. Вот тех, кто любит семечки, кто любит орешки, любит такое печенье. И если вам понравился мой рецепт, пожалуйста, буду рада, если вы будете им пользоваться. Спасибо вам большое за просмотр, за лайки. Всего хорошего!